Дорогие друзья, я Евгений Панасенков, и это киноальманах «Раньше было раньше». Авторы этого проекта взяли сюжеты, которые уже стали классикой нашего кино, и посмотрели на них сквозь призму новых технологий. Люди не меняются, но изменяется техника, способы передачи информации. Все становится более доступным, скорости перемещения увеличиваются. Что-то мы обретаем, но что-то и теряем. Часто уходит созерцание, путь, атмосфера. Зато мы получаем все быстро и легко. Раньше необходимо было проделать огромный путь, чтобы посетить театр или художественную галерею в Риме, Милане или Париже. Сегодня это всего 4-5 часов, но теперь нас мучают металлоискатели и туристы-пролетарии. Советские фильмы – это энциклопедия жизни, поэтому на их примере можно наглядно изучить различия в технике, хотя сущность приматов не меняется. Парковочное место. Все люди делятся на тех, у кого оно есть, и тех, у кого его нет. Каждый, у кого нет места, мечтает его купить. И каждый, у кого оно есть, мечтает его продать. Но не делает этого, потому что тогда ведь он останется без парковочного места. Итак, в одном очень дружном коллективе НИИ экологических проектов уже третий час шло совещание по общим вопросам. Люди устали. Товарищи, коллеги, я вас уверяю, информация о том, что в офисные туалеты будут пускать по QR-кодам, это просто фейк. И давайте уже договоримся, не скидывать в общий чат информацию сомнительных пабликов. Вот, а я сразу говорил, что это с панорам. Кстати, товарищи, я прошу брать пример с товарища Хвостова, который уже давно кофе размешивает не пластиковой ложечкой, а простым карандашом, который потом облизывает и тем самым сокращает свой карбоновый след на 1.5%. Какой молодец! Браво, осознанно потребляющий вы наш! Ну что, все, можем идти. У меня репетиция. Подождите, разносторонне развитый вы наш. Есть еще одна тема для обсуждения. И поэтому я предоставляю слово нашему HR-менеджеру Алле Петровне Аникеевой. Коллеги, наши организации на офисном паркинге выделили 4 дополнительных парковочных места. Как 4? Да вы что? Да они с ума там подсходили! 4! Поверьте, мы боролись как могли. Значит, 2 места сразу ушли заместителем товарища Милосердова. Еще 2 нам надо как-то распределить между собой. Я изучила личное дело каждого. Все-таки дело серьезное. Не френд-ленту чистить. Итак, что мы решили? Одно место получает товарищ Хвостов. Тише, разговорчивый вы наш. И еще одно Фетисов, Виталий Кузьмич. Да вы что, какое мне место, зачем? Машину ставить. Да все же знают, что я на работу езжу на электровелосипеде. Быстро, удобно, без пробок. Ну, во-первых, это небезопасно, особенно по тротуару. Во-вторых, то, что вы свой электровелосипед за офисный счет заряжаете, это мы с вами отдельно обсудим. И потом это вы сейчас ездите, пока тепло. А зимой? Так я и зимой буду ездить. Глобальное потепление, климат меняет. Слава богу, без работы не останемся. Короче, не нужно мне ваше парковочное место, даже не думайте. У нас есть еще варианты, а? Хорошо. Тогда Карпухин. О, здрасте, приехали. Я машину продал давно, на каршеринге езжу. У меня все парковочные места бесплатные. Я, кстати, ее подальше специально ставлю, чтобы потом еще пешочком пройтись. Хорошо, ЗОЖ ориентированный вы наш. Ну что, тогда кто у нас? Гуськов? Как Гуськов? Почему Гуськов? Да Гуськов 2-й год на дистанционке, он теперь вообще из дома никуда не выходит. Я его таким счастливым никогда не видела.
Дети рады, что отец дома наконец. А вы ему парковочное место не... Нельзя так над людьми издеваться. А вот Хвостову вообще машина не нужна. У него МЦК рядом с домом. Я вчера видела, как он тройку на полгода вперед пополнил. Вот, пожалуйста. А вы пользуетесь тем, что у человека випассана, ему нужно молчать неделю. Может, это подумать, что... Хорошо, просветленный. Это непорядочно. Да, это просто вы шутите. У вас вообще права нет. Это несправедливо. Вы, и что, что вы пришли? Товарищи, коллеги, поймите, урбанизированные вы мои, мы в любом случае должны эти места распределить. В любом случае кто-то пострадает. Пострадают невинные. Слушайте, вот мы тут сотрудники, коллеги, одно дело делаем. А ведь среди нас есть левые люди. Вот у нас, например, директор рынка комнатку арендует. Она вообще не из нашей организации, пусть и получит место. А мне-то зачем ваше место? Ну как же, вам машина-то по-любому нужна. Мясо там возить, мандарины. У нас рынок стартапов, у меня все онлайн, на платформе происходит. Оплата и та, вся в крипте идет. А я поддерживаю. Раз она не из нашей организации, вот пусть и мучается с парковочным местом. Вы же придумайте что-нибудь, вы же этот креативный кластер. А я тоже так считаю. Стартапы, стартапы, у меня местечко получите. Вот я согласна, я тоже поддерживаю. Раз не из нашей организации, пусть получает парковочное место. Да зачем мне ваше место? Я что, майнить там буду? Но у нас в любом случае остается еще одно место. И кому его? Гуськову. Гуськову? Как Гуськову? Да подождите, это вообще не справедливо. Здесь просто не будет. Куда? Давайте расходиться уже. Погода показывает дождь скоро. Сейчас цена на такси подскочит, как биткоин в июле. Невозможно просто! Куда вы ломитесь, свободолюбивые вы мои? Дверь заблокирована, мы отсюда не выйдем, пока ее не починят. А потому что 100 раз говорили, нельзя одновременно включать микроволновку и чайник. А почему у нас электричество смотрите? Скачет, а рядом серверная. И что нам теперь до ночи тут сидеть заперти? Это место делить? Тут же максимально токсичная атмосфера. У нас каждый второй эмоционально выгорел. Просто невозможно. Хорошо, мы согласны. Мы идем. Я не хочу этого разговаривать. Послушайте, ну мы же взрослые люди, мы можем решить этот вопрос цивилизованно. Давайте драться. Каждый с каждым, а проигравший получает парковочное место. Драка, это не наш метод, Фетисов. Это уж слишком. Кардинальный вы наш. У нас все-таки не ИИ, а не какой-нибудь там офис микрозаймов. Конечно. Давайте тянуть жребий. Ну а что? Ну ведь хорошая мысль, поверпоинтовый вы наш, а? Ну да, здраво, нарежем бумажек, положим в шапку. А там уж кто вытянет? Да, сейчас. Давайте еще стрелы по ветру пускать. Какой-то каменный век. Вот у меня приложение есть для поиска случайного победителя. А бумажки резать — это лес портить. Ну, давайте уже ваше приложение. Это приложение один из моих стартаперов разработал. Если не получится, могут быть проблемы. Так, вбиваем фамилии и... Вуаля. Поздравляю с парковочным местом. Счастливый вы наш. А пока они радостные обсуждали разные каршеринги, составляли маршруты по велодорожкам и спорили о преимуществах комфортной городской среды, на крыше начали делать разметку для аэробайков. Но это уже совсем другая история. Конечно, фильм «Гараж» — это все, что надо знать о советском человеке. И с детства мне нравился невероятный такой калейдоскоп характеров, образов. Авторы этого проекта предлагают представить, как произошло бы, если герои фильма, известного фильма «Мимино», искали бы Ларису Ивановну в Тиндере. Вариантов подобных трансформаций
может быть множество. Например, коллизии в советских комедиях «Девчата» или «Большая перемена». Мы все это легко сегодня можем представить как раз благодаря этому проекту. Это был проект «Раньше было раньше» и с вами Евгений Панасенков.